Я хотела отправить деньги, как вот этот мне мошенник сказал. Перед этим я укладывала телефон, набирала номер и отправляла. А здесь нужно было, так сказать, вот, запустить и с нее взять. Вот. Автомат съел эту карточку. И стоял рядом мужчина, ну вот вашего роста такого, вот, ну, фактуры тоже. Вот, вот. Это вы стояли, да? Вот. И он сказал, что это, ну, какое-то мошенничество, не надо, не надо, не надо. Я говорю, нет, 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 и я ушла. А почему не поверили, вот когда переводили? Вы знаете, вот это я буду вообще в полиции рассказывать, что это якобы служба безопасности, да? Кабинет. Я с ним прям вот так разговаривала. Он мне удостоверение показал, что на меня заведено уголовное дело, поскольку я отправила бандитам 100 тысяч. Он прислал мне документ с подписями, с печатями. И что на меня заведено уголовное дело, и что они теперь будут со мной работать. Вот, и что, чтобы, так сказать, опять дальше не сняли с моего счета дальше, нужно их снять и перевести на временный счет. На безопасный счет. Да. А потом они вернут туда же, значит, вот откуда я брала, вернут туда же.